Давай скорее открывать! Давай! Всем привет! Алин, давай в куклы поиграем? Давай! Смотрите, какие у нас есть куколки Лол. У меня вот такая. Алина, а у тебя какая? Вот такая Джи-Джей какая-то. Джи-Джей. Какая-то Джи-Джей. У нее косички только. Ребята, у кого из вас есть хоть одна куколка Лол, сразу ставьте лайк. И пишите в комментариях, сколько кукол Лол у вас есть. Про Новый год надо всем готовить подарочки, елку наряжать. Я уже делаю. Классная елка у нас дома. Да, на ней кататься можно. Алина, а где же наша малышка? Я не знаю, наверное, в кроватке спряталась. Ее нету здесь. А может, вторая кроватка спряталась? Нету. Нигде нет нашей малышки. Ой, я поняла. Я знаю, где она. Вот она, прячется от нас. Ах ты такая маленькая проказница. Иди ко мне, пойдем на прогулку. Пойдем. Давай ее покормим, чтобы она на улице у нас не раскричалась. Давай. Но я хочу новую лук. Это, конечно, красивый, но я хочу еще. Алин. Скоро Новый год, и все подарки будут на Новый год. Ты опять выпрашиваешь игрушки? На Новый год. Ладно, уговорили. Алина, Юля, у меня для вас сюрприз. Вау, куколю. Вторая волна. Ура! Это же вторая волна. Юля, бежим открывать. Идем. Мама, спасибо. Давай скорее открывать. Давай. Что же там? Надеюсь, не повторка? Я думаю, послание. Сейчас увидим послание. Мам! Бери ой, послание. Ой, здесь стразы. Здесь наклеечки. Здесь стикеры. Открываем дальше. А ну? Открываем дальше. На планше должно быть что-то интересненькое. Что дальше там? Алина, первые пакетики. Скорее, ура! Доставай. Вот самый первый. Кажется, бутылочка. Давай ее откроем. Давай, ты хочешь все постепенно? Да, я хотела бы посмотреть. У нас такой нету. Или есть? Нету. Значит, куколка не повторка. Я надеюсь. Интересно, кто там? Интересно. Вот еще один пакет. Давай его откроем. Давай. Там туфельки наверняка. Да, там туфельки. Давай откроем. Открывай. Сапожки. Открываем? Открываем. Да-да-да. Да-да-да. А здесь еще есть пакетики. А что же в них? Давай украшения откроем. Давай. А куколку в самом конце, интересно. Смотрите, кролик. Покажи. Да, это кролик. У нас такой нет. Ура, ура, ура. А где же ее платье, Алина? Вот оно. Красивая? Надеюсь, что да. Смотрите, кролик. Наряжаем скорее. Да. Послание. Послание. Раньше. И, конечно же, сумочка. Вот такая куколка вот такая. Классная. Мама, как ее зовут? Вот. Ее зовут Хопс. Хопс. Давай, сажаем. Юля, давай скорее твою открывать. Давай. Как думаешь, кто тебе попадется? Я думаю, тебе попадется Мисс Шорти. Мисс Шорти? Да, где принцесса, я это ее видела. Так, что это? Что-то послание. Послание. Дальше. Совсем красивое. Стикеры такие же, как у тебя. Только у тебя осталось 3. Другого цвета, смотрите, другого. У меня такой был. Был, да? Да, у меня такой был шар. Может быть, повторка, девочки? Может быть, у меня...
Так, нет. Какой-то пакетик. Достаем. Уля, это туфельки. Наверное, здесь такие же. Достаем. Не повторка, у нас таких нету. Держи. Точно, сапожки. Это принцесса. Держи. Ох ты какая, Юля. Смотри, кажется, кому-то повезло. Давай. Доставайте, девочки. Что посмотрим сначала? Куколку или аксессуары? У Юли здесь наряд. Ничего себе. Смотрите, какой наряд у Юлиной куколки. Смотрите, какая красота. Ей киска попала. О, Юля, ей киска. Это правда красота. Смотрите. И ободочек. Киска попалась. Вообще классная. Юляша, давай на нее наденем костюм. Давай наденем. Мам, давай я надену. Вот так эта куколка выглядит в одежде. Ребята, напишите, пожалуйста, чья кукла понравилась вам больше всего? Юляшина или Алинина? Мне больше нравится вот эта красотка. Кто знает, как зовут эту куколку? Китти Квин. Алина знает, Китти Квин. Это наша неполная коллекция куколок Лол. У нас есть еще. Мы их обязательно покажем вам в своих следующих видео. Пока! Пока, ребята! Всем пока! Не забудьте поставить нам лайк. И давайте наберем под этим видео 3000 лайков. Кстати, всем пока-пока! Кстати, как зовут? Хо!